ты знаешь, что мы здесь ищем? Повстанцев и раненого Вортигонта. Раненого? Зачем боссу раненый Ворт? Он ослаблен и не может сопротивляться. Его можно использовать как аккумулятор. Да, неплохая идея. Ха! Наш босс далеко не глупый человек. Он знает, как выжить. С ним лучше, чем с повстанцами, которые воюют с Альянсом. Ага, это точно. Я тоже за нашего босса. Ладно, пойдем дальше прочесывать лес. Где-то тут должен быть дом, в котором засел Ворт. Эй, кто тут? Я внизу, за заколоченной дверью. Вы меня слышите? Я внизу, за заколоченной дверью. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Я внизу, за заколоченной дверью. Кто вы такой? Зачем он вам? Послушайте, я могу помочь вам, но и вы помогите мне. Видите ли, нас было трое, мы спустились в подвал, там мы нашли железную дверь, питающуюся от аккумулятора. Двое из нас зашли в комнату за этой дверью, а один оставался сторожить. Каким-то образом муравьиные львы утащили аккумулятор, и наш третий друг пошел за ними, чтобы вернуть его. Но от него уже давно нет вестей, вы не могли бы его найти? А после этого я скажу вам, где Вортигонт. Я дам вам ключ от подвала, мы заперли дверь, когда спустились. Тут есть лестница, соединяющая комнаты. Неужели? А вы можете это доказать? Найдите и принесите мне символ доверия. Если вы повстанец, то вы должны понимать, о чем я. В подвале мы видели генератор. Поищите канистру с бензином, может, сможете заправить его.
Правильно сделал. Ему нельзя было доверять. Мы не знали, кто он.